Друзья, всем привет! Как дела? В первую очередь хочу извиниться за столь долгое отсутствие роликов на канале. Были вещи, которые необходимо было решить срочно, и в принципе у меня это получилось. Поэтому очередной новый ролик, который я подготовил специально для вас. Время тянуть не будем, смотрим. Привет. Привет, брат. Если ты когда-нибудь задумывался о том, с чего начать обучение игры на гитаре, или же как продолжить осваивать инструмент, в этом тебе поможет приложение Timbro. Открываем приложение, и первое, что придется сделать, это выбрать уровень игры на гитаре. Выберем много лет практики. Хочется подчеркнуть, что Timbro подойдет как для начинающих гитаристов, так уже и для продвинутых. Вы только взгляните на этот интерфейс. Приложение очень часто обновляется, поэтому всегда остается актуально. Выберем упражнение под названием «Отработка аккордов». В общем, приложение максимально подойдет для интенсивного и эффективного изучения инструмента. Приложение можно скачать в Google Play и Apple Store абсолютно бесплатно. Timbro, скачивай и развивайся. Все ссылки в описании. Привет. Привет. Чё сыграть? О, ну давай, что хочешь, мы послушаем. Нирвану знаете? Да, давай. Расслабься ты, чё ты это? Напрягся. Я расслаблен? Да не гони, расслабься. Чё ты? Я тебе говорю, я расслаблен. Да ты не расслаблен, залюблю такую типа. Я тебе говорю, я расслаблен. Чуть-чуть сдуйся ты, ёлки-палки. Я тебе говорю, я расслаблен, ёпта. Да сдуйся ты прям, я вижу, я как ты... Я тебе говорю, я расслаблен. Да ты гонишь, ты чё? Ты да чё? Ты чё, угораешься? Нет, ты прям сейчас это, чуть-чуть, ну расслабься, ёлки-палки. Ну смотри, а сейчас покажу тебе, смотри. Я всегда такой, видишь? Да нет, ты сейчас это, чуть-чуть, вот, ну, я тебе говорю о том, что ты напрягаешься, чуть-чуть спокойней. Я расслабленный. Да, понятно, короче, что ты это? Чё, я расслабленный, вот напряг, вот, вот напряг. Да ты еще сильнее напрягся, ты понимаешь? Ты можешь, ну ты бываешь расслабленный когда-нибудь? Бываю расслабленный. Ну где, где, ну, у тебя живот должен быть, у тебя его нету, чё, ты, ну чуть-чуть это, расслабь. Я качаюсь, чё, вот, видишь, да? Надо. А боком можешь так, это? Ну нормально, нормально. Вот сейчас ты расслабился, я вижу. Расслабился. Сыграй что-нибудь. Что сыграть, что сыграть? Thank you.
очень круто. О! Ничего себе. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы мне просто не раз скипали, уважаемый Ильясик. Серьезно? Ну, конечно. Некрасиво так делать, дядя. Я вас, значит, смотрю, наблюдаю за вами, уважаемый Бекиров. А вы, значит, меня скипаете, коллега. А вы на стриме? Не-не, сейчас без стрима сижу. Записываете? Выпуск, да, пишу. Еще когда там? Да, пока все очень печально. Что-то я давно в чат рулетки не сидел, пришел. Ой. А здесь как будто бы... А что способствовало вашему началу? Мне просто реально интересно. Начало просто ваш канал очень сильно стрельнул, мне очень понравилось. Ну, я как-то увидел где-то ваш ролик и начал смотреть, получается. И что-то что-то подписался, получается, и у вас канал прям в арифметической прогрессии пошел. Ну так это ж после твоей подписки так и пошло. Ой, ладно, прекращайте. А, собственно, почему начали заниматься этим? Мне просто реально интересно. Да просто прикольно. Ни с того просто увидел вас. Да, вот, мне стало интересно. Ну, хотел показать, типа, что я умею другим людям, помимо родителей своих. А, ну, блин, молодец. Ну, вам хорошего контента, ищите на ролик контента, всего доброго, рад. Давай, дружище, пока-пока. Давайте. Я вас внимательно слушаю. А что? А что мне говорить надо? Нет, можешь играть просто, я послушаю, как ты играешь. Это здорово просто. Ты очень классно играешь. Очень классно. Это прямо уровень. Твое здоровье. Как раз вкусненький сок. Давай, дружище. Ну это было зачетно, конечно. Я этого не ожидал сейчас увидеть. Сразу как пацаны Цоя играют, сразу прям, смотрите, а. Ребята с годами не меняются. Давайте что-нибудь посерьезнее. Посерьезнее? А что-нибудь из современного можешь? Ну вот. Что?
Ребята, слушай, офигенно сыграл, на самом деле прикольно. О, какой... бля, вот мы еще делаем звук. Вдруг охуенно играешь. Блядь, давно! Реально, давай сотку скину. Да, прекрати, брось-то. Сыграть. Вообще 17 лет я играю. Блин, ты очень круто играешь, реально. А эту слышишь? Сейчас мелодию эту узнаете, самому интересно. Сейчас. Бля, я не помню, что это. Я знаю, что это мелодия, но я не помню, что это за песня. Тихо, молчи, молчи. Давай, давай. Это Петрята Рота, блядь. Нет, это... Блядь, ну, блядь, блядь. Брат. Блин, как же ты круто играешь.